Новая неделя, новая пропаганда. Где были, что видели? Россиянам сложно. На Артемовском направлении работали, буквально недавно вернулись. Сложно там достаточно передвигаться. Сейчас воздух – это такая источник опасности. Беспилотные летательные аппараты противника работают разных типов. Но, тем не менее, наши подразделения в направлении часов яра эффективно выполняют свои задачи. Должен сказать, учитывая, что здесь и военные часто не все говорят, но я так, наверное, тоже скажу, что аккуратно, что, наверное, это некоторые процессы должны быть реализованы в тишине. Ну, то есть, не надо как в одну сторону, так и в другую сторону комментировать, может быть. Но просто нельзя же их решать настолько тихо, что те контрагенты, которые заинтересованы в члене операции, об этом ничего не знают. А то это такая пугающая тишина, люди просто разоряются. Проблем, как и потерь у россиян, как известно, нет, даже если они есть. Противник пытается атаковать позиции наших войск, при этом неся огромные потери и не добиваясь никакого даже тактического успеха. Никакие условия Россия по диктовку выполнять не будет. У нас есть условия, о которых сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Это полное уничтожение киевского фашистского режима. И никаких других условий мы не приемлем. Нет никакого единства, нет никакой солидарности. Все это командно-административная система. Все это держится на каких-то жестких, знаете, таких буквально поводках или там строгих ошейниках. А когда они из них вываливаются, потому что больше находиться вот в этой дихотомии, парадигме маразма невозможно, они каждый начинает вот нести тут чушь и околесицу. Боятся россияне остаться одни со своей бедой, которую сами себе сотворили. Что касается попытки оторвать наших партнеров, здесь, конечно, предстоит очень серьезная и сложная работа. Она проходит, потому что тиски санкционные, они все равно сжимаются. Есть определенные проблемы там, с поставками нефти, с поставками других энергоресурсов, с поставками товаров из дружественных и недружественных стран, с расчетами, с возвратом тех денег, которые они нам платят, потому что уже расчетов за нефть приходится до 3 месяцев ждать. Приходится конвертировать те же рупии, например, при всем уважении к Нью-Дели. Валюта сложная. Что с ней делать, тоже надо решить. Открываются какие-то вещи, видимо, от того, что нет аргументов, от того, что они находятся в бесконечной агрессии, а потом идет вот такой срыв на хамство, грубость, глупость и роспись в собственном непрофессионализме. На каждом повороте в России говорят о кризисе. Это, скорее всего, предвестники кризиса, потому что такая же ситуация была и в 29-м, и в 87-м, и в 2001-м. Точно, очень похоже на 2001, кстати. И там тоже приходит определенная точка невозврата, которая грозит, что эта экономика сорвется в пике в любой момент. Это не значит, что те, кто ей руководят, очень много потеряют. Нет, они как раз рассчитывают на то, что лохи-то вложатся во все это дело. Точку невозврата к нормальной жизни россияне прошли, и они это понимают. И то, что мы прошли внутри нашей страны, то, что творится на фронте, а там тоже определенная точка невозврата пройдена. И то, что творится на Западе, и то, что творится в экономике, то, что творится в нашей экономике, кстати, да, тоже определенная точка невозврата. Сколько у нас рост за последние месяцы? 5-6% в индустриальном секторе. Нормально. Вот всюду война, у них своя жизнь. Это просто реально удивляет. Это понять невозможно. И вот какие-то нюансы просто, когда расшиваешь, смотришь. Но вот город потрясающий. Они из старой системы. Да, но город фантастический. Говорили пропагандисты и о старом, но не забытом. В данном случае сейчас Соединенные Штаты. Такая нам разница, что значит Запад устранит угрозу? Нас уничтожат? Они хотят уничтожить. Поэтому вписаться нам вот таким вот образом не удастся. Так может лучше мы их? Я не спорю, что лучше моих. То есть вы, наконец, поддерживаете нашу идею ядерного удара? Я считаю, что ядерный удар... Так, минуточку, вы хотите их уничтожить или нет? Нет, вы хотите убрать эту угрозу? Вы сами сказали, угроза, надо угрозу. Убрать. Вань, есть темная сторона силы, есть светлая сторона силы. А Андрей Владимирович у нас представляет
долбанутую сторону силы. Вот все его контакты там, они вот, они больные на всю голову, понимаешь? Поэтому то, что говорит Андрей Владимирович, тем при том, что это иногда сбывается... Вот, я только хотел сказать, к сожалению, эти прогнозы от тех людей, которых он нам передал, они регулярно имеют свойство сбываться. Нерегулярно, поэтому нет, я с тобой не согласен. Андрей, есть еще третий вариант. Знаете, вот как поляки, которые говорят, а вот летела ракета русская, летела, а потом улетела. Итак, звание члена-корреспондента ВРАЛ на районе удостаивается Лоза Юрий Эдуардович. За вранье россиянам дают даже премии. Вам недавно дали, что это было такое, присудили премию или почетное звание академик, как это точно называлось, ВРАЛ-2023, что это такое? Несколько лет назад привлек внимание к своей персоне рядом выступлений, в которых озвучил лженаучные и конспирологические идеи о плоской Земле. Ребята, но поймите, что круглое не обязательно шарообразное. Можно совершить кругосветное путешествие по кругу и на плоской Земле. Страдают, так сказать, россияне за неподдержку их мнения. Они обвиняют меня в том, что мои высказывания ненаучные или антинаучные. Но, с другой стороны, их слово – мое слово. Я являюсь таким же специалистом, но с альтернативной точки зрения. Только и всего. За что они объяснили, за что они дали это звание вам? Там несколько у них категорий. Первое, там несколько. Значит, я ярый сторонник утверждения, что американцы не летали на Луну. Яро доказывать свое мнение и убеждать в нем окружающих – это так по-российски. То есть американцы наврали всем. Я это доказываю. Второе. Я был ярый противник прививок. Потому что я считаю, что прививки – это неправильный метод лечения от всех этих простудных заболеваний. А вас в детстве прививали? Конечно. Я получил иммунитет от некоторых болезней, ну там детские у нас, кстати, болезни, корь, там, золотуха и так далее, я получил на всю жизнь один раз. Какая страна, такая и наука, как говорится. Не существует в мире ни одного макета реки, макета, где существует река, который был бы реализован на шарообразной поверхности. Реки по шарообразной поверхности не текут. Во-вторых, нет ни одного планетария, в котором была бы представлена, скажем, модель нашей Солнечной системы, которая была бы реализована так, как нам представлено. Ну, в общем, вы поняли, что в России и как у людей это разные вещи, которые не может объяснить ни наука, ни здравый смысл.